В преддверии Нового года и Рождества в 2017 году мне пришла в голову мысль поставить на сцене сказку на новый лад по мотивам Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Совсем юный коллектив театра, еще тогда называвшийся «Черри», в малом составе из 7 актеров поддержали мою идею, и мы начали работу над новым проектом. Это был наш первый проект, наш первый опыт, на мой взгляд, очень удачный. Сценарий сложился быстро и легко, музыкальное сопровождение подбирали все вместе. На тот момент техническая база театра была, совсем скудная, так как театр был, совершенно новый. Но мы не искали легких путей и старались, подбирали и обогащали наш инвентарь. Можно сказать, что с этой сказки и началась бурная, интересная и перспективная деятельность уже театра «Орхидея». На нашем канале в Ютубе есть видео, наше первое памятное видео, снятое Лешей Небесным. Всегда пересматриваю его и вспоминаю, с чего же началась жизнь театра. Нашему театру будет 3 года уже, и за этот срок очень много поставлено интересных спектаклей, шоу, сказок. Я горжусь своим коллективом. Наш театр самый лучший. Диканька. Именно на этот спектакль нас с Дашей пригласили в театр поучаствовать. Сколько же это уже прошло времени? Это уже больше 3 лет. Как сейчас помню. Сегодня репетиция. Вернее, сегодня костюмы, завтра репетиция. Послезавтра выступление. Да, Диканька, как это было давно? Уже много не помнится, но первое волнение во время показов, когда потеют ладошки, я помню до сих пор. На Диканьке я, в принципе, был зрителем. В самом представлении не участвовал. Даша моя была танцовщица в массовке. Но хочу открыть вам маленькую тайну. На один из спектаклей Даша не успевала к началу, и мне пришлось ее срочно заменить. В представлении. Репетиций ноль. Есть только список костюмов, которые нужно одевать. Чё, куда и как, не знаю. Ну что делать? Надо же не подвести коллектив. Вот загружаюсь, становлюсь на стрелочку. Чё одевать? Чё люди вокруг меня одевают, то и я быстро ещё одеваю. Ну вот так отыграл я спектакль. И где-то это и была моя первая актерская премьера на сцене. Да, как хорошо, что у тебя есть такой человек, который тебе вовремя заменит, подставит свое плечо. Спасибо, Максим, что ты у меня есть. Состе хига нобори аса но макугаку. Люблять нас, Россия, Россия.
деканькой началась наша с Максимом театральная жизнь. А дальше будет очень много показов, которые мы уже сами воплощали и показывали зрителям. Очень хочется, чтобы коллектив и дальше процветал, театр жил, чтобы было побольше зрителей, которым нравилось наше творчество. И нам в игре жить с театром намного интереснее.